Наши страхи нам не враги. Они нам приносят пользу. Благодаря страхам мы чувствуем себя в безопасности. Так какую же пользу может приносить страх за жизнь ребенка? Благодаря этому страху вы прекрасная и ответственная мама. Этот страх делает все, чтобы вы были просто замечательной мамой. Вот он так работает. Если бы этого страха не было, возможно, вы относились бы более безответственно к своему ребенку. Возможно, было бы меньше контроля за ребенком. А в этом случае вы не знаете, к чему бы это привело. Поэтому ваш страх позволяет быть ответственной мамой и смотреть, контролировать ребенка больше, чем маму, у которого этого страха нет. Полагаю, что этот страх у вас проявляется именно сейчас. Почему? Потому что, например, вы считаете, что вы немножко начали относиться где-то безответственно, да, к ребенку, либо где-то ослабили контроль и даете ему более самостоятельно проживать свой день, и где-то вас начинает мучить совесть. И вот тут вот запускается именно вот этот страх за жизнь ребенка именно периодически. И вы себе этим страхом напоминаете: «Я ответственная мама. Держи все под контролем». Только таким образом ты будешь чувствовать себя спокойно, потому что ты знаешь, что твой ребенок в безопасности, а раз твой ребенок в безопасности, значит, мне комфортно, мне спокойно, и также априори появляется у вас внутреннее чувство безопасности именно благодаря этому страху. Также благодаря этому страху вы развиваетесь как мама. Вы становитесь хорошей и лучшей мамой для своего ребенка.